то, что творят паразиты с Гуглом. Ну, также я хотел бы с самого начала объявить, что тестовое вещание, которое было на сайте, уже не работает, потому что паразиты слушают наше телевидение, не хотят, чтобы вы все видели и слышали. То есть там на Justin TV меня запретили, аккаунт мой закрыли. Все, больше я этим пользоваться не могу, так что будем пользоваться только тем, что вот сейчас идет напрямую от меня. Как видите, твари не спят. Так как я уже объявлял, что твари стерли полностью Дарью на Гугле, они убрали все оттуда полностью. Там уже поставили совершенно новую компьютерную графику, то есть они поставили туда фальшивку, которую сами создали. И эта фальшивка показывает совсем не то, что там есть. Ну, а что там есть и что там было? Нет, точнее, есть. Оно, его сейчас нет только на Гугле, но в реальности на дне Арктики Дарья как была, так и есть. Но не всемогущая птичка вылетела, и то, что есть, уже им не удастся спрятаться. И вот сейчас я вам покажу, потому что есть еще одно место, где сохранились старые, оригинальные, реальные изображения. Вот вы сейчас это видите на экране. Это то, что было раньше. Ну, реальное изображение дна. Вот вы видите часть новой Земли, и вокруг нее вы видите вот пирамиды. А вот теперь давайте посмотрим, что нам предлагают смотреть твари сейчас на их новой версии. Вот, вы видите, она же новая Земля, но, как видите, пирамид уже нету, вместо них уже сделано что-то другое совсем. Вот ставлю еще раз. Вот она, реальная картина, как вы видите, четкие пирамиды. Вот их множество, маленькие, большие. Идем дальше. Как вы видите, здесь еще вот пирамиды. Вот они, множество, сотни. Давайте посмотрим, что в новой версии жидовской, фальшивой. Смотрим, а их нету. Опаньки, все чистенько зачищено, нету их. То есть, они сейчас заменили все карты на интернете, практически все, ну, которые англоязычные. Остался только один провайдер, который их все не заменил пока. Но со временем он заменит. Вот и все карты MapQuest, от Microsoft Office, Yahoo и так далее, они все уже вот такие новые, фальшивые, потому что они все берут данные из Google. А вот смотрим на реальную картину. Вот она. Совершенно другая картина. Вы видите. Ну, давайте посмотрим дальше. Что еще спрятали от нас твари? Вот вы видите, вот они пирамиды. Пирамиды в ряды стоят. Идем на север от Новой Земли. Сейчас я немножко уменьшу масштаб. И мы видим то, что раньше я здесь показывал. Мы видим огромные каналы. Вот они, геометрические фигуры. Теперь давайте посмотрим. Это явно искусственные, ну, это каналы, которые прорыли наши предки. А теперь давайте посмотрим, что на новой фальшивой карте. Сейчас тоже уменьшим новую землю. И посмотрим. Вот, а, ничего здесь нету. Голый Вася. Жидовская задница здесь. И ничего более. Как вы видите, все размазали. Сделали какую-то размазню бесформенную. Опять поставлю то, что в реальности есть. Вот оно. Вот она, новая Земля. Вот они, каналы. Включаем новую снова. Вот она, новая Земля. Вот так вот переписывают паразиты, переписывают на наших глазах историю. Вот так вот они скрывают. А ведь что такое Дарья? Что такое это открытие? И это же открытие, которое переворачивает полностью всю науку. И это не какое-то там открытие какой-то паршивой трои, кирпичной. И это открытие огромной цивилизации. Нашей, славяно-арийской, которой больше 100 тысяч лет, которая понастроила такого, что мы сейчас построить не можем. Я же показал только немножко, сейчас покажу вам больше. Вот смотрите, эти каналы, вот они. Они сотни и тысячи километров. То, что в реальности. Смотрим на, опять на жидовскую. Нету ничего. Все ровненько, ничего, абсолютно. Давайте посмотрим дальше. Видите, каналы продолжаются. Вот они. Их множество. Мало того, эти каналы сделаны в виде озер. Сейчас я вот увеличу. Вы видите?
Они сделаны в виде прудов. Видимо, там собиралась влага в летнее время. Ну, не в летнее, а в зимнее, период дождей, и сохранялась. И, видимо, это, ну, это я так думаю. Конечно, может быть, другое у них было предназначение. Мне сказать трудно, но я, это предположение такое. Давайте посмотрим, что еще от нас спрятали, твари. А я вам сейчас покажу, что они от нас спрятали. Вот, к примеру, мы имеем, видите, прямая полоса. Это дорога. И таких дорог было много. Сейчас я вам еще покажу. Это у нас загружается. И вот обратите внимание, что вот здесь, вот, вот она, идет выровненная часть земли, а здесь холмы. Вот она отличается. То есть наши предки, вот смотрите, выровняли все. Выровняли огромные пространства. Вот видите, граница идет земли. Это ж какие надо было силы и умения, чтобы это сделать. Здесь вы опять видите, вот, прямая линия. Сверху от нее выровненный участок поверхности. Что тут было, сказать нельзя. Может, космодром, может, еще что. Рядом вот дорога идет, вы видите, сверху. Есть ли это на новой карте? А нету этого на новой карте. Вот сейчас я вам покажу это место на новой карте. Нету ничего. Голый Вася. С пейсами. Ладно, сейчас покажу еще, что они от нас спрятали. А спрятали они очень многое. Так, сейчас оно загружается. Вот, смотрите. Сейчас я немножко увеличу. Остатки городов. Вы видите? Геометрические структуры. Вот они. Крестообразные. И их здесь много разных таких. А вот сейчас покажу дорога. Вот она идет. Вот идет дорога. И она идет на 1000 километров. Сейчас я ее увеличу. Вот идет дорога. И она идет дальше. Вот. И она идет дальше. Сюда. И таких дорог много. От нее это вот ответвление. А сейчас покажу то место, где был Асгард Дарийский. Почему твари стерли? Они не могли вытерпеть, что люди могли видеть свастику. Смотрите, вот она. Огромная свастика. Это свастика размером где-то 100 на 100 километров. Вот она. Сейчас я немножко ее увеличу. Надо что-то выскакивать. Вот она. Рядом другие геометрические строения какие-то огромные. Тоже нет, нас спрятали. Нету этого. Ладно, сейчас покажу еще немножко. И вот тут другая дорога. И перейдем к программе, потому что сегодня пришли люди из КОП. Мы должны заканчиваться. Сейчас просто покажу еще немножко. Вот. Тоже, что они спрятали. Глядите. Вот пирамиды. Пирамиды геометрически выстроены. На море. Множество. Множество пирамид. Тысячи. Вот они. И сейчас посмотрим. А что в новом Гугле? Что там? Сейчас я вам покажу. Что в новом Гугле? Который сейчас уже видит весь мир. Вот этого, то, что я вам показываю, больше нету. Только на одном провайдере осталось. Вот смотрим, что на Гугле. Вот этот остров. Как видите, пустота. Включаем реальную карту. Вот она. Есть. На Гугле нету. Вот так вот людей и кидают. То есть, твари уже обманывают нас даже на то, что на Земле. Вот посмотрите, что они делают. Они создали искусственный образ Земли, которого нету, виртуальный. Они нам врут даже насчет самой Земли. Потому что, если они начали подделывать это, то представьте, что, может быть, они могут таким образом показывать несуществующие города, которых больше нету. А там, где есть города, они могут показать, что их больше нету. Они могут изменять, например, как мы видим Африку или Латинскую Америку, многие места. Они могут прятать, что хотят. Они могут вместо того, чего нету, строить потемкинские деревни или города и показывать нам. Вот что ведь они делают. То есть они нагло уврут нам уже здесь. Я вам гарантирую на 99%, что Google, Марс, Луна и так далее, там такая же самая компьютерная фальшивая графика. Они нам не показывают того, что там есть.